Реальная кухня. Новый ресторан в большом городе. 15 человек готовых на все, чтобы создать успешный бизнес с нуля всего за 2 месяца. Им предстоит стать единой командой, чтобы реализовать общую цель. С каждым днем их будет все меньше. За 8 недель ресторан заработает несколько миллионов рублей, но все эти деньги в финале заберет один. Молодые, амбициозные повара из самых разных городов страны собрались в Москве, чтобы под руководством известного российского ресторатора Арама Мнацаканова воплотить в реальность свои мечты. Они отлично готовят, но смогут ли стать настоящей командой? Они обожают кухню, но сумеют ли ей управлять? Они готовы на все ради победы. Но достаточно ли этого, чтобы с нуля сделать ресторан прибыльным всего за 8 недель? Ресторан «Реальная кухня» открылся в пятницу. Шеф-поваром в этот день Арам назначил Максима. Несмотря на мелкие недочеты, герои выдержали испытания и даже заработали 125 тысяч рублей. В ходе первого общего голосования аутсайдером недели стала Александра. Она должна была покинуть проект, но в честь праздника Арам ее помиловал. В ближайшую неделю участникам предстоит отправиться в автономное плавание и надеяться только на свои силы. Ведь Арама рядом не будет. Его обязанности управляющего будет исполнять Максим. И лишь в крайнем случае он сможет связаться с шефом по телефону и за 20 секунд объяснить суть проблемы. Как справятся участники с рестораном, гостями и собственными амбициями, смотрите прямо сейчас. Послушайте мой гороскоп завтрашнего дня. Давай. Даже при существенных нагрузках на работе вы не почувствуете усталости к концу недели. Ну вот, видишь, все прекрасно. Вообще никакой усталости. Прочитай мой. Ты кто? Рак. Рак? Прекрасное время, чтобы покончить с собой. Доброе утро всем. Здравствуйте. Всю неделю будем работать под моим руководством. А человек, который наберет большее количество баллов, становится на мое место. На целую неделю. Лебедев Максим. Каждый день мы будем начинать с мозгового штурма. У него нет понятия вообще такого, что такое управление. У него есть понятие военных вот каких-то домашних. Я хочу выслушать ваше предложение по поводу, как нам улучшить заведение. Мы работали на кухне, да, ты сам работал шефом и видел, Ань, что... подожди. Мы здесь все собрались, чтобы обсудить о ресторане все. А можно хотя бы с одного человека начать? Как это будет происходить? Максим, как по отчеству? Более глубоко смотреть. Да, глубоко. Как по отчеству? Вячеславович. Вячеславович. Максим Вячеславович. Мне по-человечески его как бы жалко. Он же не мог отказаться от этой должности и сказать, нет, ребят, я не буду. Он подумал, что все будет хорошо. Он такой фуцин такой вообще крутой. Смотрите на меня. Да-да. Кирилл. Да. Смотри на меня. Смотри мне в глаза. Я сказал тебе. Понимаете? Слушайте меня, ребят. Олесь. Да, да, я шучу. Можно посерьезнее как-то? Да, абсолютно. Вы все можете оказаться здесь, на этом месте. Я потом посмотрю, как вы будете здесь стоять. Он не знает, как управлять народом. Он не знает, как добиться их уважения. Он не добивается их уважения, а наоборот, отталкивается от себя людей. Давайте, ребят, кто хочет следующее сказать? Во-первых, официантов надо научить общаться с гостями, ребят. Ну, вот. Олесь, во-первых, как всем надо. Она хочет сделать такое, Я им одну, Данила, ты что думаешь, мы не сделать? Ребят, по одному, пожалуйста, все вместе, не надо говорить, ладно? Кто-то кого-то подтянет, кто-то кого-то сольет. Это тоже надо учитывать. Мы все зарабатываем деньги. Теперь нам нужно выбрать шеф-повара. У меня есть две кандидатуры. Это Кирилл и Сергей.
два шеф-повара выходят, делают свои мастер-классы. Лучшее блюдо мы введем в меню, и шеф-повар начнет руководить кухней. А Сергей и Кирилл сейчас идут переодеваться и готовятся к поединку. Кирилл слишком уверен в себе и в том, что он делает. Он всех критикует. Сережа, мне кажется, более лояльный шеф будет. Что бы ты хотел сегодня делать? Все, что угодно. Пусть же, вот, пожалуйста, шеф? Шеф, конечно. Это не шеф, я шеф. Ребята, нет, он не шеф, но он как бы сейчас является у нас шефом заведения, который будет рулить. Ни субординации нет ни у кого. Они не понимают, что есть руководитель, это реальный ресторан, это реальный управляющий, это реально вообще все здесь, каждый шаг наш, он реальный. Несправедливо к человеку так относиться. Почему Арама все молчат, сидят, слушают, боятся, а этот человек стоит, он не может никого угомонить. Все ржут, сидят и хамничают. Я вообще считаю, что это неправильно. Гонорство вот это непонятно, откуда оно вообще берется. Ну, так мы не придем к успеху. Итак, пробил час кулинарной дуэли. С ножами наперевес Кирилл и Сергей готовы показать всем, кто тут настоящий шеф-повар. Готовить с дуэлянтом предстоит холодные закуски. Очередность определит монета. Орел. Орешка. Видали, как поймал? Готовить семя. Давай. Так, ну первая закуска у меня будет с нашим сыром, с буффалой. Вот, а другая у меня закуска будет такая более структурная, с чипсом из багета и всякими разными вкусами. Ну, если, конечно, кто-то хочет отлично помочь, то сделать прекрасный микс-салат из этого было бы идеально, да? То есть вот такими лепестками в каком-нибудь было, да, нарвать. Будет очень хорошо. Мне нравится Сережин подход к еде. Я бы хотела работать с таким человеком. Так, ну что, начинаем делать топинат. Да? Он у нас пойдет для багета. Что я сюда положил? Оливки, анчоусы, каперсы. Тут это такая достаточно пряная вещь. Получается просто такая намазка. Все. То есть ты решил взять вот, да, блюдо с мастер-класса, которое у нас, и улучшить. Это его, не да? Блюдо с мастер-класса, это мой вариант закуски. У нас тут осталось немножко печеного перца. На мой взгляд, грех его не использовать. У него такой нежный печеный вкус. Все так сложно. Вот я бы, допустим, пришла в ресторан, мне бы буррату с брускеттой принесли это, я бы не знала, как это есть. В принципе, все. Ну, на мой взгляд, уже ничего больше сюда не нужно добавить. Сереж, молодец. Сергей приступает ко второй закуске. Микс-салату с апельсинами. Так, обратите внимание, да, то есть важно, если вы будете тоже когда-нибудь отделять сегменты, сок, так же, как и любой бульон, имеет стратегическую важность, поэтому важно всегда его беречь. Поэтому я делаю это над мисочкой, чтобы потом из него сегодня приготовить заправку. Продукты нельзя столько трогать. Он их все залапал до смерти, эти продукты. Лактоз уничтожил. А я бы взяла в свой ресторан Хабаровский вот эту закуску. Мне понравилась больше Сережина закуска, которая была с апельсином. Действительно сочно и выглядело. Единственное, вот эти все понты, то есть он перемудрил. Апельсин с мятой там раскачал, вот это все, ну, то есть это было лишнее. Блюдо готово, да? Да. Угу. По презентации, по передаче вот этого состояния, настроения, объяснения, у него был реально вот правильный мастер-класс. Итак, Сергей приготовил свои блюда. Теперь настала очередь Кирилла. Первое, что я хочу сделать, это карпаччо из сибаса. Ну, это слишком просто. Да, то слишком вообще бестолково. Нет. Ну, да. Аромат. И то просто. Еще. Ну, голая рыба остаться никак не должна на тарелке. Что-то к ней нужно было добить, потому что рыба светлая, и нужно было ей яркости придать. Мне интересно, как ты, какой будет там соус, чем ты приправишь таким, чтобы сибас был не сыроватый. Ну, я имею слушай, виду, а вот и, именно, так вот это и есть соус, понимаешь, вот эти все вот вкусы, черри, они изначально в масле. Ну,
все, тогда ждем. Его простая подача, но это настолько интересно и как-то свежо, что нет перегруженности. Лимонный сок, главное не переборщить. Очень хорошее, яркое впечатление. Очередь Кирилла. Второе блюдо Кирилла – салат из молодого шпината и козьего это сыра. Это сочетание хрусткости свежего молодого шпината, солености домашнего молодого творога и сладости, опять же, тех же самых сицилийских томатов. То есть три ингредиента – шпинат, козий сыр и помидоры. Да, вот это на самом деле это вообще это мечта любого ресторана, потому что это делается, видите, за 3 минуты. Второе блюдо, которое он делал, он придумал на ходу, и это было видно. Молодец. Дуэль окончена. Ножи зачехлены. Теперь слово Максиму. Именно он решит, какое блюдо нравится ему больше и кто сегодня будет руководить кухней. Козий сыр нет. Это я не хочу. Трава набросана. Мне не нравится вид даже. Это еще вкусно. Вот это кто готовил? Я выбираю вот это блюдо. Да, шеф был справедлив. И закуска Кирилла была вкуснее. И вообще работа просто Кирилла была более профессиональной. Ну что, ребят, давайте готовиться к вечеру. Все идут переодеваться. А Кирилл проходит ко мне в кабинет. Да, шеф. Так, ну что у нас сегодня получается? Яблочный торт. Томатный суп. Ой, перцы. Сань, ты что там сама, да, в зале разберешься? Вопросов нет никаких, да? В зале? Сейчас посмотрим. А что, уже всех расставили по местам? Что сказал? Может, все поменяется? В зале командует Татьяна. Для меня это честь, и мне приятно, что мне доверили такое ответственное мероприятие. В принципе, не имея опыта вообще работы в ресторане. Тем временем в кабинете Максим и Кирилл уже решили судьбу участников на сегодняшний день и готовы сообщить об этом коллективу. Ребят, ну, мы посовещались с шефом. Варской состав остается такой же. Сандро остается на мойке сегодня, потому что, ну, ты отлично справлялся с этим. Они меня боятся. Я не понимаю, почему. Ну вот они берут меня, сливают. Если сегодня будет столько жира, как вчера, то я из вас сделаю вегетарианца дома. Команда, которая работала вчера в зале у нас, метрдотель, сегодня будет Артем. Честно говоря, я не совсем был готов встать сегодня на хост и собрать на себя какие-то обязанности. Я думал, ну еще пару дней отсижусь официантом. Он решит, кто из вас будет стоять на каких позициях. Ну, а барменом у нас сегодня будет Александра, Олеся официант. А ты объяснишь ей, как лимонад делать, как вообще по бару работать? Я понимала то, что она не вывезет, она не знает, что там должно быть в этом баре, что там будет проходить. Ты просто принял глупое решение. По бару никто ничего не знает. Они спрянут сейчас. Из-за бара потом спрянет зал. Понимаешь, если я встану на бар, и бар будет нормально, так же хорошо. Олей, ты сейчас говоришь руководителю, что он принял глупое решение. Ты вообще, ну, в себе? Да, нормально. Нормально ты себя чувствуешь? Да. Ну, я думаю, что Олесю вообще не надо было выводить из бара. Что ей надо клетку сделать, посадить ее там, чтобы обезопасить людей от нее. Ребят, у нас осталось очень мало времени, сейчас все идем переодеваться. Сегодня день без Арама. Это хорошо, чтобы понимать, справимся мы или не справимся. Вы убедились в том, что вы способны на многое. Вы убедились на том, что вы способны сделать ресторан, делать его процветающим, зарабатывать деньги. Поэтому я лично вам до следующей пятницы не нужен. С первой минуты на новой должности Кирилл набрал просто крейсерскую скорость. Практически каждый попадал под раздачу. Вы что творите? Здесь Аня занимается, блин, выпечкой, а ты здесь рыбу чистишь. А сейчас сдурели. Так вот тебе что, это не пространство, убери нафиг отсюда перцы. Сашке, конечно, только нужно поддаться, его нужно как жеребца.
То есть его нужно обкатывать, заставлять, прикрикивать где-то. Блин, у нас весь пол в чешуе. Умельцы. От нового шеф-повара досталось и бару. Так, надо лимонад, чтобы зеленого цвета был. Тогда с ментоловым сиропом его делайте. Нет, мятный. Какой ментоловый сироп? Управляющий сказал, что нужно, чтобы он был зеленого цвета. Вы понимаете, что вкус лимонада все теряется. А Рама оценил лимонад, который он был. Это сироп не цветной, он не для цвета, это не краситель, это сироп вкусовой. Что, дураки, что ли, все? Либо им первый день живут, серьезно. Либо они корчат из себя все придурковатых, либо в натуре придурковатые. Значит, будет мятный. Тогда это лимонад. Нет, это не имбирный лимонад. Не обсирайте мое искусство. Ну, ее нельзя подпускать к людям. Я думаю. Это что такое? То, что было? Кто у нас руководит? Олесей. Это мой... Так, ребят. Это мой фирменный лимонад. Если вы хотите какой-то зеленый лимонад, делайте свой. Если можешь, помоги. Я твои блюда на кухне порчу как-то, я не пойму своими какими-то. Я порчу. Говорю, что нужно, просто у нас установка. Делайте зеленый лимонад, но не имбирный, не мой лимонад, который я придумала. Хорошо. Нужно рисковать. И все получится, ведь мы же здесь для этого. Я пытался ее поддержать, как-то настроить на нужный лад. Но, видимо, она не совсем меня услышала. Ну все, это твой личный рецепт. Твой личный рецепт. Не надо. Пусть она остается твоим. Все? Да. Они хотят сегодня всех отравить, понимаешь? Ну, а может быть, это не задача не стала. Да, ну. Пока Олеся приходила в себя, Кирилл продолжил бушевать на кухне. А про рыбу кто-то забыл, да? Про какую рыбу? Которая в духовке была. Так точно. Так точно, шеф. Вы что творите? Простите, шеф. Пацаны. Вообще, ребята. Это косяк. Вот, смотри, что получилось. Шикарно, да? Вот это мы... Жареная тилапия. Вот это ты будешь есть, нет? Нет, шеф. Мне было невероятно тяжело, хотя я взял себя в руки и сказал себе, паниковать нельзя, все будет хорошо, спокойно. Официанты, гляньте сюда все, идите сюда. У нас сегодня вводим новое блюдо в меню, новую закуску. Это карпаччо. Сегодня видели, как это делается, все знают, из чего это. Сегодня специальное предложение от реальной кухни. Карпаччо из сибаса. Именно это блюдо помогло Кириллу занять должность шеф-повара. Чтобы приготовить карпаччо, филе сибаса режем тонкими ломтиками. Выкладываем на тарелку, посыпаем солью и перцем, сверху выкладываем вяленые томаты, оливки, каперсы, поливаем оливковым маслом и сбрызгиваем лимонным соком. Ждем 10-15 минут и пробуем. Посмотрим, если хотя бы 6 человек скажут, что им это понравилось, значит, будет здорово. До открытия ресторана осталось 15 минут. И Максим, ощутив себя настоящим военачальником, решил не пускать команду в бой без напутственного слова. Становись, равняйся смирно. Русавцы! У нас сегодня первый день с временно исполняющим обязанности управляющего и новым шеф-поваром Кириллом. Я надеюсь, что сегодня у нас день пройдет плодотворно, и мы получим моральное, физическое удовлетворение. И материальные. Надеюсь, что сумма увеличится в несколько раз. А сейчас все по местам. Начинаем! Начинаем! О, ты что? Не, ну, да, ему уж официанты сидят тогда. Я считаю, что людей надо увольнять. Но... Просто увольнять с работы и все. Я попрошу вас пересесть за крайний столик, потому что гости не желают сидеть рядом с собакой. Я лет 5 потерял жизни сейчас. Завтра ты идешь на мойку. Сгниешь на мойке. Реальная кухня. Новый ресторан в большом городе. 15 человек готовых на все, чтобы создать успешный бизнес с нуля всего за 2 месяца. Им предстоит стать единой командой, чтобы реализовать общую цель. С каждым днем их будет все меньше. За 8 недель ресторан заработает несколько миллионов рублей, но все эти деньги в финале заберет один. Ресторан «Реальная кухня» начал свою работу. Сегодня участникам впервые придется обходиться без Арама. Обязанности управляющего исполняет Максим. С
самые первые минуты у нового начальства начались проблемы с подчиненными. Особенно отличилась Олеся, которая ушла в жесткую оппозицию. Место шеф-повара сегодня досталось Кириллу, который отвоевал это право, сразившись на кулинарной дуэли с Сергеем Кузнецовым. Новому шефу пока удается лавировать между интересами руководства и команды. Но как надолго его хватит, неизвестно. Впрочем, пока все распри забыты, ведь реальная кухня готова принять первых гостей. Добрый вечер. Добрый. Сколько у вас будет человек? Четверо. Пойдемте, я провожу вас за ваш столик. Добрый вечер, молодые люди. Я сегодня ваш официант, меня зовут Женя. Могу предложить вам в качестве комплимента наши напитки мятный лимонад, либо кисель из лесных ягод. Шеф, хочешь попробовать пирог? Я не хочу, я должен попробовать. Консистенция как-то. Отлично, отлично. Слушай, сегодня супер, супер, молодец. У меня даже рецептуры не было на этот пирог. Мне пришлось по памяти. Собирала, получилось лучше, чем по рецепту. Сливочки. Почему они кислые? Сливки кислые, попробуй. Ты чего? Она сделала солеными, и слава богу, что там шеф попробовал, я попробовал. Я же говорю, у каждого свой уровень. На, будешь это? Вот это? Вот нет, это, в смысле, это ну соль. Без сливок. Нет, ты будешь? Я не буду оправдываться. Косяк, все. Да, шеф, поехали дальше, работаем дальше. Не, ну дай ему, уж официанты сидят тогда. Добрый вечер. Вы будете сесть с кем-то? Пойдемте, я тоже за ваш столик. Ну, пришел гость с очень неприятной физиономией. Мне сразу не понравился. Я теми глазами показываю, не сажай ко мне его, не сажай. Он его посадил ко мне, естественно. А у вас как вообще вот так вот разрешается, да, с татуировкой, да? А что плохого в татуировках? Вроде не рок-кафе. Что, простите? Не рок-кафе вроде бы какое-то. Ну и что, татуировка это разве рок? Татуировка это разве рок? Ну, раз не знаете, я вам скажу, это не рок. Ну, это уже как-то, уже дебильная улыбка была на такое хихи, слышите. Вот вы знаете, вы кого-то не знаете, вот, скорее всего, мою жену, понимаете? Вы портите мне настроение, понимаете? Я могу позвать менеджера, и мы вам поменяем официанта, если я порчу вам настроение. Вы похожи на мою жену бывшую, я не хочу, чтобы вы меня послушали. Дело в том, что одну минуту, очень я хотел... приглашу менеджера. Одну минуту. Давайте позовите менеджера. Был очевидный конфликт. Олеся хамила, ухмылялась, как первоклассник какой-то. Давайте я вас обслужу, хотите? Я уже, честно говоря, просто у меня пропало. Ну, хотя не знаю, что вы уже приготовили. Олесь, давай я обслужу твой столик. Да. Давайте я вас обслужу, хорошо? Человек должен с аппетитом кушать, понимаете? С аппетитом. Для этого должна быть нормальная обстановка. А если человек не просто испортил настроение, я отвечу. Мы этот вопрос решим. Артем, подожди. Я вам приношу извинения от лица заведения. Я практически решил эту ситуацию. Подошел управляющий, сказал, что я это буду решать сам. Гость снова начал раздражаться. Я считаю, что таких людей надо увольнять. Но... Просто увольнять с работы и все. Чтобы в следующий раз, если я зашел, я должен видеть нормального человека. Перед вами извинился менеджер, управляющий. Вы сидите и повышаете тон в нашем ресторане. Если можно, то тогда... Тон я, конечно, понижу, но давайте принесите мне. Хорошо, хорошо, хорошо. Счет уже несут. Что у него было, я рассчитаю? У него это жаркое и капризм. Слышь, на холодильнике изучаешься вместо Валеры. Подожди, а он куда? Он в туалет ушел. У нас имена отменили. Хорошо, шеф, да, имена отменили. В смысле? Ну, слышишь, можно мне по имени? Если все научатся друг друга уважать, то, мне кажется, работа будет куда быстрее и более эффективной. Хорошо. Не слышу. Я думаю, что плохое настроение. Саня, он ходил, меня там огрызался, ходил, но ничего, я мимо ушей пропустил. Ну, ему 21, по-моему. Добрый вечер. Вы будете с кем-то?
Хорошо, пойдемте, провожу за ваш столик. Артем, не посоветуешь со мной, он пустил человека с собакой, и он сел за стол. А собака... Нельзя. У нас такие правила. Ты честно принесем эти правила. Олесь, Олесь. Пусть нельзя собаку на стол. Пусть решит сам. У нас нельзя на стол собаку. А куда? Вы можете на стул, на пол. Ну, на стол тоже ее нельзя. Это опасно для собаки. Я пытался решить с человеком нормальную ситуацию. Человек не шел на контакт. Не соглашался с условиями. Девушка, посадите ее на, посадите ее на стульчик. Как это? Вы ходите в ресторан с собакой? Конечно. Собаку вот так на стол прям сажала. Вообще не, сам, неотдупляемая какая-то была девушка. Чем могу вам помочь? Здравствуйте. Помогите мне, пожалуйста. У вас как будто там аттракцион такой или животное? Мы... Волосы, цепи, собачки. Вообще. Да, хорошо, мы сейчас решили этот вопрос. Девушку вместе с животным тогда. Извиняюсь. У нас дело в том, что гости очень недовольны, что у нас животные сидят и поднимают на стол, и танец санитарии. Я попрошу вас пересесть за крайний столик, потому что гости не желают сидеть рядом с собаками. Ну и что, как пустят ваши гости? Что значит? Не желают сидеть. Ну, девушка, если вы сейчас не присядете, я буду вынужден вам отказать в обслуживании совсем. А как сначала запустить, а потом сказать? Первый раз так себя, ну, чувствовал разбито. Я лет 5 потерял жизни сейчас. За что? Ну, вот за то, что мы не предусмотрели с собаками и с кошками. А можно? Надо было поесть. Спасибо, шеф. Шеф угостил. Помоги мне, пожалуйста, у меня проблемы с кофемашиной. Нет, не получается. А, у нас нет проблемы с машиной. Нет, значит, отказываем кофе. Предложить вам чай черный, зеленый. Также у нас на кишке дня это мятный лимонад и кисель из лесных ягод. А вы нельзя сварить кофе? К сожалению, нет. У нас кофе зерновой. Очень жаль, что вы нас покидаете. Кофе нет, я скажу, что кофе в стопе, отнеси куда-нибудь туда, пусть они проведут, что с ним, потому что реально закрыто. Ну, сейчас не будем ничего делать. Ну, сейчас уже ждем полчаса, закрываемся, и пускай рабочие делают. Его назначили управляющим, ему очень сложно, но некоторые моменты стоит все-таки немножко подумать, чем сказать, допустим, кофемашину мы займемся завтра. Женя, да. Иди сюда. Да. Пиши внятно, что ты здесь написал. Вот это что? Мороженое, но мы его отдали. А это что такое? Мы его не отдавали. Сначала я отдали, все, отдали его. Отдали, я тебя задушу, слышишь? Я же тебе говорю, я отдали. Потом у нее идет, что там у нее? Бурата его. Но, блин, это я просто писала, короче. Женя, сегодня будем вечером учиться писать. Бурата его. Я сегодня всех буду бить, давай, не знаю, брат. Бороть. Не знаю, что с вами еще можно делать. Женька, конечно, опять там что-то перепутала и запутала. Но я видел, как девчонкам было очень тяжело. Но они справлялись, и вместе у нас и получилось. Рагуш, помоги тебе. То, что готовил Серега, это ни в коем случае не может быть в нашем ресторане. Это не рагу, а это какая-то тушенка. Надо, чтобы овощи были цельные, понимаешь, чтобы это было видно. Мясо кусок цельное. Ты загляни. Иди посмотри. А это что, слушай, дробленый, что ли? Или да, целиковый? Нет, целиковый. Целиковый у меня из бульона попал. Да, вот он сейчас накосячил. И избавиться от одного конкурента, с одной стороны, было бы очень хорошо, да, минус одна единица. А с другой стороны, так бы было неинтересно соперничать. Да, видишь, да. Гости возвращают. Они мясо схавают, а остальное не кушают. Серьезно? Вон, 4 там или 3 тарелки принесли, там и только мясо было. Угу. Как бы вот я тебе в чем. Я понял.
Дай, пожалуйста, меню на пятый стол, девушки. На пятый стол? Я не знаю нумерацию. Ну как так-то? Что ты говоришь? Ну что, блин, на пятый стол меню? Я не знаю, где пятый стол. Нормально вообще. Я видела, как он куда-то ходил, да, что-то стоял, а потом жрал, стоял на кухне. И все. Больше я ничего не заметила, чтобы он что-то сделал. Она подходит ко мне, говорит, на пятый стол принеси этот, как его, меню. Ну, нормальное вообще, нет? Я уволил бы Олесю, даже не думая. Она дерзкая, не соблюдает субординацию. Ну, то есть, такие люди не должны работать в коллективе, в команде. Единицы ей сегодня. Зря. В обслуживании она, в принципе, справлялась. Да и где? Да знаешь, какой косяк это, когда она ухмылялась гостю? Это вообще вилы. Это нужно просто провести беседу. Мне понравилось, как работает Олеся, хотя ее вывели на эмоции, и она не смогла справиться с собой. Но Олеся старалась. Если поработать над Олесей, то из нее хороший профессионал получится. Чашки под чай. У тебя же денег нет, что ли, там, да, на разные? У меня все есть. И мне один черный чай и один американо. Американо у нас нет. У нас ложки сразу, Саш, пожалуйста. А кофе вообще нет, да? И давайте базар в вокзал не разводить. Тогда один черный чай. Слушайте, вы что, все феназепаны обожрались на торе или чай, не пойму. Вот серьезно, прям пись. Олесе показалось, что все тормоза были. Безусловно, тормозили, да, потому что накопилось опять-таки же усталость эмоциональная, физическая. Олеся. Олеся. Я занята. Да вы тут херней маетесь. Три кусочка. Серьезно? Помочь хочешь? Возьми, никто не факт, что я сейчас не съедаю. Возьми и поставь. Начальник не делает этого, да? Может быть, она хороший человек, но как работник ресторана это полное... Встал, ручки сложил, начальника врубил, прикинь, придурок. Что, я терпила, что ли? Он стоит, орет на меня вообще каким-то тоном непонятным, понимаете? Так управленец так не разговаривает. Итак, очередной горячий день на реальной кухне подходит к концу. Шеф-повар в нетерпении. Через пару минут можно закрывать окно раздачи. До свидания, всего доброго, приходите к нам еще. До свидания. Я бы не подумал, что это должно быть так сложно. Аня, сахар не видела? Сахар видела. Суперзвезда. Никогда не было ни шефа, вот сегодня прям с корабля на бал и... Больше не принимаем заказы. То, что есть, все, больше все. Мы не отдаем. Все. 17 заказов мы сегодня сделали. А сколько цель? Вот и закончился рабочий день. Чувство удовлетворенности. Возвратов не было. Может, угостишь водичкой? Да, сегодня очень жарко. Вода Архыз, между прочим, улучшает состояние кожи и делает ее здоровой. Может, еще иммунитет укрепляет? Это же горная вода. Супер, попробуем. Все? Конечно, закрыто. Гуляй, рванина. Сразу после закрытия ресторана управляющий Максим решил устроить профилактический разнос подчиненным. Вы как считаете, мы сегодня отработали хорошо? Хорошо. Кухня. Хорошо отработала? Шеф говорит, что кухня отработала хорошо. Окей, тогда к кухне у меня вопросов нет. Зал. Первая ошибка была у Олеси. Она начала хамить гостю, ухмыляться, улыбиться. Олесь, смотри на меня, это не игрушки. Я куда хочу, туда и буду смотреть, я тебя слышу прекрасно. Смотри на меня. Нормально разговаривай, палку не перегибайте, еще раз говорю, а то я сейчас тоже... Я говорю, вот, закрой! Он мне слово, я ему, а это бесполезно, ребят, меня будет нести просто как понос. Завтра ты идешь на мой, сгниешь на мой. Я тебя сгною на мойке? Ну это, блин, ребята, это вообще капец. Это просто... У человека не просто большая корона, вот такая, что он просто в косяки не проходит. Абсолютно недостойное поведение. Он знает прекрасно, кто такая Олеся. Ну и что она там позволяет себе много, она девушка. Семен, куда ты пошел? Твоя команда разваливается, друг мой.
Почему я вышел? Потому что команда рассыпляется, и не рентабельно для босса повышать голос на своих сотрудников, от которого, в принципе, зависит его успех. Я лучше буду тихонько стоять там и мыть эту долбанную посуду, понимаешь? Чем слушать вот эту вот этого. Я ее на кухню свою не пущу. В зале она тоже работать не будет. Нам на самом деле тяжело. Нам вот даже мы втроем. Я уверен, Жень, я уверен, что мы справимся без нее. Пусть стоит на баре. Там самое оптимальное место для нее, на самом деле. Это от тебя будет зависеть. Она хороший человек на самом деле. И у нее душа очень большая. Я с ним очень долго общаюсь периодически. Ну вот она такая. Она такая, какая она есть. Ребят, все, обсуждение на данный момент закончено. Мы сейчас с шефом идем, подсчитываем продукты. А вы идите, переодевайтесь. У него просто слов нет. Это вообще... Вот так вот. Можно переодеваться, что ли? Между тем, на кухне шла инвентаризация продуктов. Но мысли о произошедшем сбивали Максима со счета. Хлеб. Так, хлеб замороженный, да? Да. И вот этот сейчас ушел, крендель, за Олесей. Ну, я имею в виду, из твоей команды. Да, он и так. То есть люди далекие от этого? Ты понимаешь, у меня нет вот сейчас вот даже сегодня... Ну, ладно, команда, конечно, меня бесила. Мы издевались сегодня чуть-чуть. Сильнее буду. Лимоны. Коробка багета. Да, этого нельзя допускать. Я не руководитель ресторана, к сожалению, сейчас, поэтому многие решения будут приниматься Максимом. Хотя я сделаю все, что в моих силах, чтобы наш ресторан развивался и процветал, и чтобы команда работала еще слаженнее, еще лучше. Ну что, Кирилл Владимирович, все, по-моему, да? Вы по отчеству Вячеславович. Максим Вячеславович. Кирилл Владимирович. Максим Вячеславович. Кирилл Владимирович. Максим Вячеславович. Кирилл Владимирович. Вот так на реальной кухне за подсчетом багетов и вяленых помидоров образовалась небольшая взаимовыгодная коалиция. К чему это приведет, покажет время. Ну а сейчас нужно подвести итоги и определить самого лучшего и самого худшего работника этого дня. Хочу сказать сегодня всем огромное спасибо за работу. 87 тысяч у нас получилась выручка, и 7200 – это наши чаевые. Всего у нас получается 214 750. Я недоволен сегодня заработанной суммой денег. У нас много недоработок и по меню, и по персоналу, и по обслуживанию. Каждый из нас сегодня должен выбрать худшего и лучшего, кто в течение дня себя как проявил. Ну, я как шеф, наверное, первый. Да, конечно, прошу. У меня есть, на самом деле, три кандидатуры лучшего работника дня. Это Артем, Сандро, Аня. Так как в этой компании девочка одна, я выбираю Аню. Вот, а теперь перейдем к негативному моменту. Минус 10 баллов. Это, конечно, Олеся. Сейчас речь идет уже о реальных деньгах. И это деньги получит победитель. Поэтому из-за Олеси мы сегодня, я думаю, недополучили какую-то энную сумму. Просто вот, знаете, как последнее, вот хоть мое человеческое и китайское предупреждение, да? Ваша жаркое, пожалуйста. Олесь, давай я обслужу твой столик. Да, давайте я вас обслужу, хорошо? Я считаю, что таких людей надо увольнять. Просто увольнять с работы и все. Чтобы в следующий раз, если я зашел, я должен видеть нормального человека. Ну, Олесь, понимаешь, тут ситуация такая. Люди нас провоцируют. Извинись. Скажи, да, я не права. Я красивая. Олеська, я не замужем, берите меня, забирайте. Да? Нет, Олеська, я не утрирую. Ребят, хороший. В общем, все. Спасибо. Сегодня она, извините, нагадила в общий котел. Но я не хочу, чтобы она уходила, потому что она сильная. Если она возьмет себя в руки, она будет незаменимейшим сотрудником нашего ресторана. Я, на самом деле, солидарен с шефом, причем четко и ясно. Да, я за Аню. Минус 10 баллов очень сложно сказать, потому что могу адекватно судить только тех, кто был на кухне. Вот, а это всего раз-два я обчелся. И поэтому... к сожалению, конечно, прости меня, Сань, но тебе минус. Сашка сегодня красавец, он рыбу выдавал. Супер. Для меня он ценнейший сотрудник. Тяжело с Серегой. Серегой, конечно, тяжело. 10+ я дам Саше.
Ой, Сережа, прости. Сережа еще сам не понимает, что это я, по-моему, там плюсы и галки ставлю. Ну, он еще не понимает. Мне он нравится во всех отношениях. Минус я отдам Максиму. Прежде всего, ты руководитель, во-вторых, ты мужчина. Ну, как ни руководителю, ни мужчине не подобает так вести. Олесь, смотри на меня, это не игрушки. Я куда хочу, туда и буду смотреть, тебя слышу прекрасно. Смотри на нормально меня. Нормально разговаривай. Палку не перегибайте, еще раз говорю, а то я сейчас тоже заговорю с тобой, контуженный. То есть ты считаешь это нормально, да, когда руководителю хамят в открытой форме? Я не буду с тобой вступать сейчас в дискуссии, просто... Просто ты так считаешь. Ты руководитель, если ты позволяешь себе срываться на своего подчиненного таким же образом, ты руководитель должен давать пример. Он не управленец, конечно, совершенно. Это не его. Парень попал, бедный. Ему можно посочувствовать. Сандр, пожалуйста. Бор. Ох, ребята. Ну, отметился сегодня шеф-повар наш. Я все-таки доволен. Ну, я даю ему сегодня плюс, минус Максу. Можешь держать марку. Ты директор. Так веди себя как директор. А лучшим, скажем, участником я сегодня хочу назвать Женю. Она была такая молодец. Она делала все. Худшим, извини, Максим, наверное, назову тебя. Мы хотим от него получать правильные решения. И ему сейчас, мне кажется, будет еще сложнее утвердить свою позицию как управляющего. Валер, давай. Лучшим сегодня я выберу Александра, потому что я работал с ним непосредственно плечо о плечо, и мне было очень комфортно. Человек всегда отзывался, всегда был на подхвате. Минус я отдам Олесе, потому что с точки зрения работы и бизнеса все свое личное надо оставлять за стенами заведения, а на работе надо четко выполнять свои действия. Олесь, пожалуйста. Отмечу Кирилла как шефа. Ну, все вроде было четко, заказы отдавал вовремя. И минус тебе, Максим, руководитель из тебя редкостная вообще. Да ты сама, Олесь. Макс. Я не понимаю, что она тут делает вообще. Ну, я вообще против ее кандидатуры категорично. Плюс Кирилл отлично отработал. Мне было не стыдно подавать блюдо. Минус Олесе, надо держать субординацию. Саша, давай, пожалуйста. Ну, лучший сегодня, на мой взгляд, был Кирилл. Ну, худшим, ну, не то чтобы я плачу той же монеты за гуляш. Ну, потому что он получился не очень. Рагу, по-моему, Кирилл. Надо, чтобы овощи были цельными, понимаешь, чтобы это было видно. Мясо кусок цельный. Ну, ты загляни. Иди посмотри. Это что, слушай, дробленый, что ли, или да, целиковый? Нет, целиковый. Целиковый у меня из бульона попался. Сандро лучше, на самом деле. Второй день тебя испытывают. Ты прям молодец, держишься реально, прям респект. Худший, я не привыкла, конечно, обсуждать свое начальство, но... Ругая своих подчиненных за то, что они ведутся на провокацию, ты ведешься сам на провокацию. Одному дали все, у другого забрали. И здесь, да, как люди себя повели, получается, что Сандра справился, а Максим нет. То есть он надел корону, и все, его понесло. Лучшим хочу назвать сегодня Тему. Он, мне кажется, хорошо организовал. Худшим я хочу назвать Сашу. Это неорганизованный бар. Вот когда Олеся там стояла, ты подходишь, у тебя сразу чай, сразу кофе, сразу напитки все. А здесь дай чай. Дай мне. Где чай? То есть вот так вот. Один черный чай и один американо. Американо у нас нет. У нас На кофе у нас стоп. Нет, да? И давайте базар вокзал не разводить. Надо один черный чай. Я считаю, что сегодня... Самый лучший – это наш дорогой товарищ Сандро. Работал как мул, мыл полы и, в общем, молодец, чувак. Худший, я считаю, Олеся, так как
она не соблюдает субординацию. Итак, сегодня лучшим вы назвали Кирилла. А худшим вы назвали меня. Я считаю, что я сегодня не справился с ролью управляющего, но я учту все ошибки, ну и постараюсь в следующие дни, ну, все исправить. Еще раз поздравляю всех. Мы сегодня отлично поработали. У нас хороший заработок на сегодня. Спасибо вам большое. Отдыхайте. До завтра. Ну отвали ты, мне не нравятся его шутки. Вообще он просто тупо не нравится. На эту должность меня назначил Арам, и только он может меня сместить. На пол-литра супа 1,5 килограмма масла. Я не подключусь тебе зубочистки в горло. Я не знаю, как бы я себя чувствовал, у него не есть. Этот супчик у нас полное Г. Это есть невозможно. Я вас не ставил как сотрудник или как человек, можете меня уволить. Вы же не первый день сегодня работаете. У нас второй день. Руководящая посудомойка. Кусочек, он может пробраться. Потому что вы держите меня у вашего стола. Я вас держу. Да. Сегодня мы заработали 54 600. Благодаря кому это произошло, мы знаем.